Больше половины уже сделано. Благоустройство в парке Славы разделили на два этапа. Первый закончился к 9 мая. Дата окончания 2-го, 1 августа. Как ведется обновление парка, проверяет заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин. Есть опасения? Да нет, у нас все здесь ровно. Проблем больших нет. Покрытие тротуаров и площадей завершили уже на 80%. Подрядная организация набранный темп не замедляет. Сейчас ведутся работы по прокладке кабельных сетей, то есть это будет выполнено освещение. Также заказаны и изготавливаются это лавки, урны, малые архитектурные формы, то есть информационные стенды. Также у нас в разработке сейчас проектируется и отдан в производство памятник погибшим героям. Так что у нас все идет по плану. По программе формирования комфортной городской среды в Автозаводском районе благоустроят 5 объектов. Самый большой как раз парк Славы. Для обновления этой территории выделено 46 миллионов рублей. Мы восстанавливаем ту историческую архитектуру, которая была изначально заложена в 85 году. Здесь центральная площадь. Здесь вы ее видите, здесь будут заменены урны, лавочки, здесь будет заменено полностью освещение, здесь будут заменены все тротуары. В этом году на реализацию программы формирования комфортной городской среды выделено 735 миллионов рублей. В основном это федеральные и областные средства. В целом по городу мы реализуем в этом году 32 территории. Это в два раза больше, чем в предыдущем году. Работа очень большая, и к ней мы относимся с особым трепетом. На данный момент документация сдана по всем объектам. Муниципальные контракты заключены по 11 объектам. Дарья Кульбакина, Александра Шеломцева. Время новостей.